명절을 맞으면서 주장합니다. 여러분 건강하게 행복하게 있으므로 부탁합니다. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые гости. Сердечно приветствуем в этом золотом зале всех лидеров и активистов корейского движения со всех регионов России, Содружества независимых государств и дальнего зарубежья. Наконец, Россию в этот зал золотой. Вас согреем теплом, доброй шуткой, приветственной песней. Открываем наш праздничный вечер. Обычно, дружно, весело, ритмично, чтобы был вечер сегодня у нас высший класс. Андрей, я хочу спросить у вас, какая удача на душу для каждого сидящего, для каждой сидящей в зале души? Озвучьте свою задачу, пожалуйста. Никого сегодня не обидеть. Всем что не забыто. В этом золотом зале сегодня, дорогие друзья, вас более 400 человек. Чтоб все мы смеялись и пели, как дети. Итак, открыть этот сейф и эти награды, которые хранятся в этом сейфе, предоставляется такая возможность, такое почетное право президенту Общероссийского объединения корейцев ЦО Василию Ивановичу. Пожалуйста, Василий Иванович, вот ключ от вашего сейфа. Да, я просто хочу одну ремарку сказать. Ведущие наши не всегда успевают за временем. А время бежит быстро. Я просто хочу сказать, что офис Общероссийского объединения корейцев – это сегодня и офис Федеральной национальной культурной автономии. Чтобы все в этом зале прекрасно это и понимали, и уяснили. Поэтому, если где-то ведущие еще не успевают за нами, но мы, Сергей Иннокентьевич, точно бежим впереди вместе. Слава Богу! Пожалуйста, открываем. Музыка пошла, так. Аплодисменты, дорогие друзья! Итак, награды мы сейчас зачитаем, потому что здесь около 30 человек, ровно 30, поэтому, пожалуйста, всех, кого мы будем называть, отходят сюда для того, чтобы получить эти высокие награды, а весь зал неустанно сегодня аплодирует. Пожалуйста. Дуган Николай Федорович. Пак Валерий Юрьевич. Суэлина Сергеевна. Ким Николай Петрович, АНТ ОК, Чон Тэй, мы не перестаем аплодировать, Су Джейн, Су Джейн, достойно высокой, Сэн Александр Григорьевич, высоких наград, Скай Марина Петровна, Пак Хе Рён, Ким Николай Николаевич, Виолет Алексеевич, Институт Дальнего Востока Аран, Институт Востоковедения Аран, Шин Владимир Николаевич, Пак Вениамин Александрович, фирма ИМСО, Международный центр корееведения МГУ имени Ломоносова, Ким Йен Гир, редакция газеты «Российские корейцы», Ким Эдуард Николаевич, О Сон Хван, Шин Галина Анатольевна, средняя школа номер 1086 корейским этнокультурным компонентом образования,
Бар Борис Дмитриевич, Скаль Юрий Андреевич, нам Людмила Валентиновна, культурный центр «Духовное наследие» и культурный центр «1 марта». Мы все приглашаем на центр нашего зала для вручения вам дипломов и медалей. Дорогие друзья, вы знаете, конечно, общественные организации в России сегодня только, в общем-то, становятся на ноги. И, может быть, наши юбилейные памятные медали не из золота и не серебра, но мы просто попытались отметить каким-то образом и выразить благодарность тем, кто искренне помогает корейскому общественному движению в ее становлении. У нас все еще впереди. И мы просто вот хотим этих наших друзей отметить за сотрудничество с нашими общественными организациями, выразить им огромную признательность и благодарность за то, что они делают. Спасибо вам большое от всех нас.